На радость детям. Сегодня состоялся семинар, посвященный вопросам инклюзивной политики. Присутствующие на мероприятии немецкие специалисты поделились опытом с запорожскими коллегами. Они, в свою очередь, представили свои примеры внедрения системы инклюзивного образования в нашем городе. Напомним, в этом году на базе 7 школ были открыты 17 инклюзивных классов. По словам заместителя городского головы Анатолия Пустоварова, на продолжение работы в этом направлении из городского бюджета Запорожья выделено еще порядка 3 миллионов гривен. Мы начали движение в этом направлении, и сегодня идет в городе большая направленная работа, особенно в инклюзивном образовании. То есть, чтобы особенные детки имели полноценный доступ к нашему образованию. Вот эта базовая потребность, которую мы обязаны просто предоставить особенным детям, она уже сдвинулась, скажем так, с мертвой точки. И дальше мы должны сделать так, чтобы город был и в культуре, и в охране здоровья, и в досуге тоже должен быть доступен для всех жителей нашей страны.